За отдых в Сочи нужно будет заплатить 10 рублей в сутки. Взимать же курортный сбор будет обязанностью операторов, то есть всех, кто оказывает гостиничные услуги. Для них Краевое министерство по курортам совместно с городским управлением, курирующим эту отрасль, организовало тренинги. Координаторы программы отвечают на интересующие вопросы руководителей средств размещения и объясняют технические нюансы. Эту работу, безусловно, придется выполнять. Федеральный закон в том году вступил в силу. Принят также краевой закон. Мы, конечно же, ожидаем максимальный сбор в данном направлении денежных средств, которые планируются. И только их цель, направление – это на восстановление инфраструктуры. Сейчас мы пока слышим от наших коллег, это ательеров, насколько для них это будет немножко дополнительно труд по взиманию, оформлению, администрированию и перечислению. Пока со стороны туристов мы какого-то негатива не наблюдаем. Взимать курортный сбор с отдыхающих в этом году будут до декабря включительно. За эти полгода Сочи планирует собрать порядка 26 миллионов рублей. Вся сумма будет потрачена на развитие курортной инфраструктуры. Контролировать же расходование курортного сбора будет специально созданный общественный совет. Поинтересоваться, куда именно пойдут средства, может и каждый гость курортов Краснодарского края. Информация будет опубликована на сайте регионального министерства курортов. Естественно, большая работа лежит на плечах наших гостиничных руководителей в плане, значит, информирования гостей, в плане организации этого сбора. Самое главное, это чтобы все понимали, для чего это делается. Мы планируем, значит, благоустроить все подходы к муниципальным пляжам, планируем заменить всю уличную мебель, это лавки, это урны. Все это должно уже приобретать новый современный вид. Помимо этого, планируем также сделать несколько точек притяжения, то есть своего рода фотозоны, которые бы также притягивали туристов, которые приедут в город Сочи. Собственникам и арендаторам средств размещения не только разъяснили все нюансы, но и напомнили о том, что 23 июня каждый из них обязан заполнить заявку на включение в реестр операторов курортного сбора. В противном случае к ним будет применена административная ответственность. Напомним, участникам эксперимента будет не вся территория региона, а только Сочи с Анапой, Геленджик с горячим ключом, а также Новомихайловская, Джубга, Небуг и Шепси. Галина Моисеева, Инга Беша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.